В армавирских школах уделяется много внимания безопасности учеников. В состав обязательных мероприятий по антитеррору входит и обучение школьников правилам эвакуации. В 9-й школе общие тренировки проводятся ежеквартально. Предварительно детям рассказывают, как они должны действовать. Кроме профилактических мероприятий, еще идет большая воспитательная работа, большая учебная работа. В этом плане детей наши педагоги обучают тому, чтобы они ориентировались в создавшейся ситуации, чтобы они контролировали свои действия. Вырабатываем в них такие навыки, как бдительность, находчивость. Детей обучают правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях и на уроках УБЖ, и в процессе воспитательной работы. Тренировка по эвакуации – это своеобразный экзамен, на котором отрабатывают полученные навыки, а также фиксируют время, в течение которого дети покинули школу. Подается звуковая сигнализация о тревоге, и дети в каждом классе у нас висят оповещатели, дети слышат, и педагоги выводят. Дети учатся, как правильно выполнять те или иные действия, дисциплинированность вырабатывается, ну и многие другие качества. На этот раз в тренировке приняли участие около 500 человек. Это и ученики, и педагоги. Дети знают, что они должны идти в место сбора. Там учителя повторно проверяют, все ли вышли. В случае реальной опасности такая практика будет очень полезна. Сохранить жизнь и здоровье наших учеников, в первую очередь. Самое главное – дисциплина и способность ориентироваться в создавшейся ситуации. Тренировка прошла в штатном режиме с хорошими результатами. Дети покинули школу за 4,5 минуты вместо плановых 5,5. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».